которые защищают нашу Родину. Тяжело говорить в такие трагические дни для украинского народа, когда действительно враг внутренний разрывает Украину, враг на востоке Украины делает все для того, чтобы не было нашей нации и не было нашего государства. 20 числа 2014 года я вернулся из города Киева в 6 утра. А в 10 утра разговаривал уже со своими друзьями, которые находились на Майдане и искали меня. Когда я связался с ними, они сказали: «Ты жив?» Я говорю: «Да, я жив в Николаеве». Мне говорят: «Возле нас падают люди, возле сцены, на Институтской, возле главпочтампа. Мы не понимаем, что происходит, но мы не уходим с Майдана. Мы остаемся защищать нашу независимость. Мы остаемся защищать нашу свободу». Как я уже сказал, это трагедия украинского народа. Но в то же время это и гордость украинского народа. Потому что эти люди отстаивали свободу, боролись за европейские ценности, за будущее Украины, светлое будущее Украины. Вечная память им, вечная память воинам, которые в марте, апреле, мае месяце вышли на защиту наших территорий.